Изменения октябрь принесет много. Военных и сотрудников силовых структур ждет индексация зарплат. В середине месяца пройдет всероссийская перепись населения, а родителям детей школьного возраста нужно будет успеть до конца месяца подать заявление на получение и единоразовой выплаты в 10 тысяч рублей, если они еще ее не получали. Кроме того, с 1 октября россияне могут бесплатно делать прививки, которые входят в национальный календарь не только в государственных, но и в частных клиниках. В октябре истечет отсрочка, которой могли воспользоваться автовладельцы, диагностические карты которых истекли в феврале, марте и апреле. Для владельцев грузовиков, автобусов и такси за несвоевременное прохождение техосмотра или отсутствие диагностической карты предусмотрены штрафы. Выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет теперь будут приходить только на карту МИР. С этого момента на карты других платежных систем перечисляться выплаты на детей больше не будут. А вот пользователи интернета смогут смотреть 20 каналов, которые входят в первый и второй мультиплекс, совершенно бесплатно. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР.